Александр Васильевич Литвинов. Родился 22 марта 1926 года. Лейтенант. Воевал в Польше. Служил в батальоне дальней авиации техником и шофером. Награжден медалью Жукова, юбилейными медалями, орденом Великой Отечественной войны второй степени. Проживает в станице Крепостной, в теплом союзе с супругой. Уважаемый Александр Васильевич, от всей души хочу поздравить вас с Днем Победы. Этот день мы празднуем всей страной, но знаем, какой великой ценой он был достигнут. Хочу пожелать здоровья, счастья, долгих лет жизни вам и вашим близким. Знайте, мы гордимся, что такой герой, как вы, наш соотечественник. Спасибо вам и с Днем Победы!